Приветствую! Ты на канале Таро Angel Planet. И у нас заклинание, которое поможет вам избавиться от надоедливого человека, если в вашем окружении он есть. Если кто-то преследует, кто-то надоедает, с кем-то вы больше не хотите общаться и не хотите, чтобы он был в ваших энергетических полях. Если действительно присутствует такая ситуация в вашей жизни, то тогда сосредоточьтесь, подумайте об этом человеке и загадайте имя, потому что сейчас будет аффирмация. И надо будет это имя вам про себя проговаривать. Внимание! Это заклинание обретает силу с помощью этих карт. Загадывайте имя человека. Он или она не может пройти ко мне. Опять имя не может приблизиться. Имя ощущает сильный дискомфорт. Имя уходит. Его больше не видно. Он ушел далеко, в другое лучшее место. Так есть, и пусть будет так. Ставь лайк, подписывайся, в комментариях пиши. Принимаю с благодарностью. Я желаю тебе, чтобы в твоих полях были только те люди, которые тебе подходят. Чтобы они были дружелюбны, чтобы у вас были гармоничные, дружеские отношения и чтобы союзы с партнерами были благополучные.